Ребята, много искал видео, как интегрировать в лаунчер Яндекс.Навигатор. Вот сейчас он у меня интегрировался. До этого в настройках ставил Яндекс.Навигатор, но он нифига не работал, короче. Но нашел способ, как это сделать. Это стрелка у меня там загорается. Вот. Вот сейчас вам, видите, показывает до поворота 260 метров. Ну, или при приближении он автоматически начинает. Или когда стоишь. Ну, я автоматически поставил, когда стоишь, чтобы навигатор показывал. Ну, от улицы показывает, куда заворачиваешь и все остальное. Как я это сделал? Ну, я не знаю, это... Скорее всего, из-за этого она и начала работать. Я установил Google Maps. Вот. Сначала поехал.